Доброе утро, ребят. Проснулись, ночью немного замерзли, но все же было хорошо. Переехали мы на новое место и разрабатываем несколько фундаментов одновременно. Один сейчас у меня вон за спиной. Парни копают, находки есть. И я решил сделать вступление к новому видео. День будет длинным, прохладным и ветреным. Ветер жуткий, я сейчас из-за этого вот спрятался между машинами. Ветер вообще. Здесь равнины, и ветер гуляет шикарно. Так что погнали, посмотрим, что у нас там будет интересного. Итак, ребята, было у царя три сына. Старший, средний и младший. Знаете такую сказку, да? Старые годы у одного царя было три сына. Ну что ж, батюшка, благослови. Вон у нас старается. Ай, блин. Старший сын. Вон он, старший сын. У старшего сына, как вы знаете, в сказке было все хорошо. Старшего женил на боярской дочери. Старший сын выкопал вот такую вот яму. И у него, как и в сказке, все было супер. Вот, смотрите, вот в таком вот тазике хранит Михалыч. Вот такой вот перстенек. Как и в сказке, жениться может. Двушка Николаевская, 1900. То ли третий, то ли шестой, фиг пойдет. Копейка. Че там, старший сын? Ух ты! Ух ты, какой раритет! Старший сын своей супруги приготовил. Вот такой вот древний. Да. И у него еще копеечка. Ой, одна вторая копейки Николая. Ну, на то он и старший сын, чтобы своей барыне вот такие вещи подгонять. Ну и при деньгах. Средний сын немножко поскромнее оказался. Ну и как в сказке, да, знаете. Средний он на то и средний сын. Среднего на купеческой дочери. У него получилось вот так вот, по находкам. Ну, это, Жень, знаешь, что такое? Это от этого шляпка, от кровельного. Гвозди. ВЛКСН, значок, ребята, ранний. ВЛКСН, приятная находка. И 20 копеек 61 года. Ямка не менее, как у старшего. Пойдет. Средний сын. Ну и младший сын был Иван Дурак. Запулил он свой город в эту яму. Копал. Аська Гард 250 выкопал вот такую вот яму. В итоге у него, ребята... А несчастного Ивана-царевича на лягушке. Как в сказке сказано. Царевна-лягушка! Царевна-лягушка, ешь твою налево! Ну, как вот с такой царевной не выпить по стаканчику горячительного напитка? Дзень, дзень. Вот так вот, ребята, у нас откопал старший, средний и Иван Дурак. В сказке написано, и топором не вырубить. Что ищем? Находки достойные. Ребят, ветер сильный, пытаюсь спрятать камеру от ветра. Женька, он там начинает два пятна
предыдущих попытались там дошел завершить свой. У меня находка, ребят, и находка желтая. Сохран не дымовой. Сохран прям какой-то верховой. 54-й год, 3 копейки. Это первая сегодня у меня находка. И это радует, хоть первый. Как вы видите, фундамент у нас взорванный. Как определить, взорванный или нет? Ну, по наличию вот таких вот куч всего. Я продолжил его, ребят, потому что, подрезая стеночки, как бы пошел культурный слой, видите, да? И на культурном слое выпала трешка 54-го года. Я думаю, пойдет. Его не обработали до конца. Я сейчас буду его расширять туда дальше метр. Вот камера у меня что-то глючит немножко. Это очень жалко. Потому что иногда говорю, а она, зараза, не пишет. Ладно, продолжим. Итак, ребят, я практически закончил стенку. Там уже как бы материк идет. Начал уголок подрезать. И интересная находка. До этого поднимал большую ажурную конинку. И вот смотрите. Очень интересная вещица. Что это? Похоже, да? Похоже на замочную скважину. Но на ней имеются надписи. Возможно, надпись интересная. Возможно, мастера. Я сегодня, вчера ночью, ключик отыскивал от братьев Пчелин. Может быть, и сюда подойдет. Сейчас я его почищу. Прочитаю, что здесь написано. Интересно, вещицка. Интересно. Это интереснее, чем монета. Так что зачетно. Ребята, а вещь интересная. Я не знаю, прав я или нет, но сомневаюсь. Это, возможно, не от замка. Имеется надпись «Труженик» по окружности. И наверху, вот где типа звездочки, походу 8. Может быть, это какой-то знак? Здесь вот имеется то ли крепление, то ли от булавки. Так, булавочка должна быть. Может быть, это знак? Пишите в комментарии, если я что-то подобное в интернете информацию найду, я вам, конечно, исторический факт прикреплю. Интересная вещица. Пойдет, это я люблю. Ну что, Иваны, рассказываем, что нашли. Что? Ну, старший Иван сразу, видно, ничего не нашел. Рассказывай. Пряжка. Показывай. У Паши пряжечка здесь. Убитая пряжка? Так, пряжечка, это хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Пряжка реально, ребята. Она сгнила. Печальный случай. Но для пано можно ее сделать. Можно для пано. Вот эту часть спрятать. Срезать. Не срезать, а просто спрятать ее, например, царскими монетами или еще чем-нибудь. Для пано пойдет. Ее только этим, механикой устанавливать. Так, ладно. Ай? И все. И все? И все? И сигнала больше нет. Ладно. И все. У Михалыча сигнал. Какой сигнал? Не было? Сковородка, ёлки. Сковородка? Ясно. Сейчас только что здесь консилиум был. И Паша откопал. Опять печальку. Опять печалька. Центральная часть и снова горелая с утратами, как и до этого показывал пряжечку. Все, сигналы кончились. Да. Копает, там, может, медалька есть. Пойдет. Итак, ребят, зашуршился я вот это фунде. Там сплошной камень, на штык лопаты и камень. Выпала печальная находка. Вот она лежит, видите, да? Фунт как бы горел. Это у нас копейка николаевского образца с дыркой. То ли под манисту, то ли под чё. Но горел он здорово. И тому факт, вот смотрите, сколько я всего наковырял. Вот такая вот фиговина. Латунь от самовара. Запчасти, стекло царское. Заплавилось
разные здесь тоже причиндалы. От самовара, от керосинки, ручка. И здесь я не знаю, что это. Короче, много всего вот таких вот деталек. И очень много стекла. Очень много стекла. Оконного. Прям втыкаешь и прям стекло, стекло, стекло. Ладно, может сейчас переедем на то место, где мы вчера были. С Михалычем монет тягали. Фунт мы тут не добили. Может быть туда. Здесь как-то перспективы пропали. Паша ушел на поле. Вон он фигарит. Вон там он. Вот он, Паша. Сдался. Не знаю, вчера с поля он поднял из одной ямки 3 пятнашки. Рамочники. Итак, ребят, уже пацаны собираемся на начало деревни, где были вчера. Фундик я за собой, ребят, присыпал, как бы не оставляя котлованчики. Так что хотя бы, ребят, присыпайте хотя бы вот так вот, чтобы не было ям. А то про предыдущее видео видели, да? Как шурфить нельзя. Видео у меня называется. Так шурфить нельзя. Вот присыпайте, ребят, присыпайте. Будьте культурными, уважайте. Итак, ребят, вчерашний шурф, как бы мы не закончили, с Михалычем присыпали. Здесь вот мы не шурфили, здесь Женька вот фигачит. Женька там что-то хрюкает. И мы вчера бутылочку вот такую вот сегодня только увидел, что у нас над писями. Что-то там Женя что-то матерится. Грах, ребят, Казань царская. Зачетная. Самое главное, скол свежий. Ну, я не помню, чтобы мы сейчас, мы с Михалычем ничего не кололи. А это совсем другое. Здесь тонкое, а здесь толстое. То есть это не наше дело. И еще одна у него бутылка была. Тоже минеральные воды. Вот такая вот. Вроде советина, да? Но донышко интересное. Кавказ, Минводы. Пятигорск. Пятигорску привет, пламенный. Че ты там матерился же? Кокарда. Че? Кокарда? Кокарда. О, ништяк. Надеюсь, из тяжелого металла. Нет, легкий металл. Это белогвардеец, ребята. Белогвардеец. Кокарда. Зачет. Сегодня, кстати, говорили про кокарды, да? Да. Мечтал там кто-то поднять. Паша, может. Может быть, здесь, ребята, есть и медали. Ну, зачетно. Для пано. Восстановить, и будет классно. Так что белогвардеец был игрок, потому что здесь были монеты игровые. Как вы помните, копейка 25-го игровая отсюда. Печаль печальная. Ну ладно. Я потом нашел нормальную 25-го. Михалыч там, Паша там. А Женек здесь чуть-чуть, но собирает. Пойдет. У вас там уже вообще. Ребят, смотрите. Сюжет бутылки, блин. Женька мне оставил заснять. Ух ты, муха. Ёб твою мать, а. Смотрите, чё. Париж. Смотрите, какая бутылка. Под вечер, да? Вот, чё за бутылка, не знаю. Нет, это не церковная. Не, я думал церковная, похоже. Когда вот эти вот орнамент появился. Женька, Орел. Ничего себе. Что написано? Ла Курун. Хрен пойми. Париж, ребят. Офигеть, вот эта бутылка. Вот это фортануло, ребят. Вот это форт. Офигенный форт. Монеты не надо. Кокарду вытащил, бутылку вытащил. Вообще огонь. Тебе тут такая вот.
под закат, под вечер. Что за орел, не знаю, ребят. Пишем в комментарии, специалисты. Ще. Ну что, поздравляю. Спасибо. Классная бутылка. Итак, ребят, пришло время с вами прощаться. Как вы видите, солнышко у нас садится, а нам нужно еще ехать около сотни километров. Заехали на одну деревушку, всем известно, с Марчаном. Она битая, перебитая, здесь много было кладов, но мы решили пошурфить. Хотя здесь о шурфах что можно сказать, Михалыч? Все взорвано нахрен, да? Но мы в начале деревни попытались, нашли и выстрелил достаточно неплохо. По всей деревне потом покатались. Находки тоже были, но такие единичные случаи. Сегодня было классно некоторых вещей. В частности, у Женьки, у меня, у Михалыча находки классные. Какие? Давайте смотреть. Вон, смотрите, на капоте выложили целую армию монет. Так что приятного пускания слюней. Ну а по находкам, ребят, получилось достаточно неплохо. Вот такое вот количество монет. Как я сказал изначально, целая армия. Так, ну давайте пойдем вот с этой стороны. Здесь ничего интересного нет. Копейки, двушки, трешки, двадцатки, пятаки. По царям. Раз, это считай у Михалыча. Раз, Николашка. Одна, вторая, копеечки. Николай второй. Копейка, 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 копейка. Так, вижу две копейки по 24-го года. Двушки две. Трешка одна. И две трешки 24-го года. Есть люди, которые собирают пуговки. Сегодня у Михалыча в изобилии пуговицы, ребята. В изобилии. Орляночки. Даже маленькие есть орляночки. Не часто попадаются. Два крестика, образок, колечко, ребята, серебряное. Имеется вон две пробы. Интересный боковой камень был. То есть интересное колечко. Вот, вот такой вот интересный еще. Вот по шмурдику как-то вот так вот. Дальше еще одна армия советиков. Копейки, двушки. Радует то, что ранних, ранние все со старым гербом преобладает. Тут так вот двушки, трешки. Ничего интересного. Дальше пошли медные монеты. Печалька, 24-й печалька. 24-й двушка вроде будет неплохая. Царь двушка, копейка, 24-й, А2, 58-й год. Трешка, трешка, трешка. Два пятака. Хороший пятак будет. Почистить, я думаю, экземпляр будет хороший. По моим вкусняхам, ребята, что у нас получилось? Серебруха. 10 копеек. Серебруха царская, 10 копеек. 10 копеек, 30-й год. Вот такая вот интересная фиговина. Я предполагаю, что это счетный жетон для обмена, ну, покупки в трактирах, ребята. Была своя валюта. Вот такая печалька, ребята, была. Не из-за того, что она не запила, да? А из-за того, что это 25-й год. Видите? 25-й. Вот это печалька. Но земляной дед не компенсировал эту печальку. Достаточно бодрый. Копейка 25-го года. Нормуль, нормуль. Вот такой вот знак у меня еще выпал. Знак интересный. Труженик. Труженик, наверное, 5 или 8. Здесь была, Михалыч говорит, крутилка. Или заколка. Так, дальше интересно, что еще было. ВЛКСМ ранний. Они идут такие кимовские, а это ВЛКСМ. Вот такая вкусняха тоже. Ну, пасашок выпала. Белогвардейская кокарда. Итак, 24-й. Трешка 24-й. Затертая трешечка. Копеечка 24-й. Бутылочки чуть позже. Дальше вот такая вот зачетная. Жалко с утратами. И вот такая вот тоже
с утратами. Масончик 2 копейки. Тоже с утратами. Сегодня Паше прям повезло с утратами. Раз утрата, два утрата, три утрата. Ну и бутылочки. И вот смотрите. Маленькие. Это ладно, они часто встречаются. За исключением вот эта маленькая, видите, да, с юбочкой. Не часто. Дальше. Вот такая бутылочка. С надписью. Кавказ Минводы. Ну, это совет. Но интересно то, что имеется надпись. И я думаю, самое, что сегодня вкусняха была, это, конечно же, вот такая красотуля. Париж. Орел с венком. Прям как римская. И надпись. Надпись вот такая вот. Внизу. Как-то так. Сразу пишем, любители, специалисты по бутылочкам. Как почистить и сколько стоимость такой бутылки. Бутылка в идеале. Только почистить. Ну, как-то вот так вот. На этом и все. Ребята, Женя, пока. Пока. Пока, Паш. Удачи. Михайлович. Лайки. Всем пока-пока-пока. До новых встреч. Царевич с Василисой Прекрасной возвратились домой и жили долго и счастливо до глубокой.